Сейчас мы пойдем посмотрим новую машину, которая называется Toyota Prado. И которую мы скоро приобретем. Маша, вот нас там. Че, нормальный аппарат? Ну, нравится такая машина? Конечно. Вот эту будем брать. Сколько говоришь мест? Идем вот со стороны водителя. Сядь, посмотришь. Что, заходи? Да-да, заходи. Домой? А мне можно? Да, с той стороны сядешь. Как тебе? Нормально? Классно вообще. Это будем вот брать полную комплектацию, 7-местную. Сейчас посмотрим, там места еще есть, нету. Так комфортно. Знаешь что? Мне кажется, ты это все не запомнишь. Тут просто много кнопок. Да нет, я это уже даже знаю больше, чем мне нужно. Вот это, мама. Это ты еще не водил, поэтому у тебя ощущение, что слишком много всего. Последний вопрос. А что это за шнур? Это подключать там дополнительное оборудование. А так вообще ощущение как тебе? Нормально? Классно. Вот так вот машину возьмем и поедем отдыхать. А, я так понял, что ключи не нужны. Да, тут с кнопки все это дело заводится. Удобно? Да. Вот отдыхать, если ехать, просто шикарно, да? Кстати, ты не задумывался? Сзади рабочие, вот это, задние места. А, ты не задумывался, что если взломать машину, я просто нажимаю, то поехали? Ну, тут защита специально будет устанавливаться, ее очень трудно взломать. А так вообще круто. Как тебе машина, Мелочка, нравится? Сюда посмотри. Да, ну ты расскажи вообще, как на такой машине поедем отдыхать? Да, потому что там такие ремни удобные, кресла, тут телевизор, вроде все нравится. И тут такой... Вот руль такой, да, багажник здесь, кстати, есть, а охлаждение, да, можно поставить, холодильник есть. Знаешь, включай вот здесь, да, холодильник это... Типа можно какую-нибудь... Ну, воду ставишь и охлаждаешь, как в холодильнике, холодная водичка. Еще на этой машине удобнее будет путешествовать, чем на машине. Да, вообще отлично. Сзади что? Еще будут дополнительные места. А это что, это ящик тоже какой-то? Это чтобы воду ставить. А, да, походу, воду. Вот удобно будет тебе так ехать? Вот так можно, вот можно. И спать. Как ну еще? Тут кресло регулируется, вот смотри. Вот назад сделай, сколько пойдет назад. Давай. Там сзади. Ну и отпускай. Ну вот, в принципе. Бежать удобно будет? Да, это если вот так, допустим, спать, вот так, да? Комфортно. Да. Я там не знаю, еще можно, не можно. Там это что-то мешается. Ну-ка попробуй еще. Подожди. Подними. Нет, это все максимально. Ляг, Мелочка, попробуй. Вот, допустим, едем, ляг, полежи. Как тебе так? Долго, если ехать будем? Мне кажется, еще массаж будет, когда ты едешь. Вот. Здесь отдельно у вас есть подогрев. Еще наконец-то воздух, у нас все. Здесь отдельный подогрев, а не у вас только. Ну, отдельный подогрев, все отлично. Попробуй вот так вот. Четко. Нормально? Которая? А, продавец? Да. Че, как тебе мела машина? Водишь? Я представляю, Нравится? Комфортно сзади, Эдвин? Да.
там еще сиденьки сзади. Я знаю, баба сказала, что сзади еще два места будет. Тут место здесь еще есть. Холодильник, все. Водичка. Да, все очень удобно. Водичка. Подожди, баба, скажи. Здесь раз водичка. Любое место. Вот поставить. Смотрите, да. Тут можно от... Включить холод, да. Включить-выключить. Здесь вот просто сидеть. Мне нравится только... Здесь еще смотрите, что есть. Ну, она не открывается как-то. Открывается зачем? Здесь эта кнопка есть. Сейчас она просто, машина не включена. А так включаешь, и вот это откроется. И можно встать туда. Можно вылезти, да, оттуда смотреть. Вау. Ну, просто едешь, например, дождик идет или в небо смотришь. А когда тебе надоело, например, можешь вот раз, шторочки так, мне кажется, с открытой лучше как-то, да? Она автоматическая, видишь, здесь вот кнопка. Оп. Потому что так светлее. Где-то здесь кнопочка точно видна. Все, она открывается. Так, а куда? Классно, вас... да? А куда вас везти? Там я уже забыла как-то. Что сделать? Куда вас везти? А везти куда? Едем, Миланочка, в Италию. Да. Заводи маму тачку. Маму. Место здесь вообще дофигища, да? Как это в квартире прям. Че, иди садись. Я не сидела, ну, в смысле, чтобы тебе этот, удобно, нет, все вместе поедем. Конечно, удобно. Сзади нормально, да, еще смотреть нормально. Там, всем привет, мы едем в Италию. Что-то офигенно, как... да? Да, как-то странно, когда Милана за рулем. Да, что, поехали. Да, сейчас Миланочка нас повезет отдыхать. Вот, вообще шикарно. Что, берем такую машину? Конечно. Вот что тебе нравится в этой машине, скажи, Миланочка. Смотри сюда на камеру, скажи. Что тут есть? Нормально. Что тут есть? Телевизор. Такие штучки, когда не вот так смотреть. Вот так, она сама открывается, да. Да, нажимаешь, она выкатывается. Тут еще одна есть, тоже что-то можно положить. А вот тут что, зарядка, например? Да, можно, видите, заряжать, фуришку поставить, прикуриватель тут есть, все очень удобно. Да. А вот по ширине машина, как тебе вообще? Комфортно? Очень. Много места? Да. Мне худо поменьше. Да. Слишком много. Очень много места, да? Как в танке. Как в танке. Тебе, как Эдди, много места? Да, много. По комфорту там ноги, например. Я вообще вот, я даже ноги куда девать уже не знаю. Просто вот. Больше, чем нужно, да? Да, больше, чем нужно. Отдыхать, ехать вообще офигенно просто, да? Кстати, мне кажется, даже ты не устанешь сидеть на одном месте. Ну, тут даже ты и не сидишь, в принципе, на одном месте. Ты можешь... Даже забраться вот так спокойненько, улечься. У тебя там массаж, да, есть? Насчет массажа не знаю, но охлаждение должно быть. А да. Почему ты сам мне говоришь, что тебе нравится? Мне, я потому что уже смотрел, мне эта машина уже нравится, мы с мамой смотрели. Мы хотим вот такую машину, чтобы вместе ехать отдыхать. Потому что в ней очень удобно. Кондиционер. Да, сзади еще вот полностью весь контроль. Еще вот там это можно. Везде, у каждого места. Угу. Сейчас я захлопну. Deja vu when I'm not shit now. Did you see me? I'm like a genie. Your mind is subconscious, defeated on your memory. Ripping lyrical line, rich chicks, medical bomb riffs. That's the remedy from the bro. Watch your forty gets more than recorded. Soviet spirit in the face like Scorpion. Perfect written my words on the paper while I'm inserting shit. And did the murder attack. Remove a verb a bit, pushing letters to space. Brawler who getting silver shift. My caps lock a nigga down with these raps. Doc you can't cruise the rap, praying for none of that. Super rap. How you know a nigga like that? Super rap. How the hell it